Здравствуйте! Сегодня выходит очередной выпуск передачи Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России по правовому просвещению «Точка зрения». И сегодня мы обсудим интересную тему, актуальную тему, которая, я думаю, что интересна многим студентам, выпускникам не только юридических факультетов и вузов, но и другим специальностям. А тема следующая – роль общественной деятельности в карьере юриста. И сегодня я хочу представить вам нашего гостя, эксперта, это член Совета Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Паймухин Валентин Борисович. Валентин Борисович, добрый день. Валентин Борисович, ну, знаем вас не первый год, многие годы и вместе с вами работали, и сотрудничали. Вместе с тем, вот посмотрел вашу биографию, увидел, что вы в достаточно зрелом возрасте уже поступили на юридический факультет. С чем это было связано и почему вот изменили свой выбор, я так понимаю, в карьере? Добрый день, друзья. Действительно, я поступил учиться в Казанский государственный университет в то время. Достаточно уже в зрелом возрасте, можно сказать. Мне было уже тогда 32 года. Но это было, конечно, вот все равно вот стремление учиться всегда было. Но я знал, что знаний не хватает. И поэтому... Почему? Наверное, потому что, во-первых, я с 4 класса каждый день ходил 3,5 километра туда, в поселок, в школу, и обратно 3,5. Вот пока идешь обратно, какая там уже это мысли об учебе? А уже с 8 класса поселок Карабаш Бугульминского района туда 5 километров из деревни и обратно 5 километров. То есть было время подумать. Да, время было подумать, но уже до домашних заданий, конечно, может, и не хватало. И вот, ну, все равно вот стремление к учебе было. И я вот поступал первый раз. Документы подал, как-то не так были оформлены, вернули. Потом на следующий год подал документы, приехал сдавать экзамены, по конкурсу не прошел. Но я следующий год еще раз поехал, еще раз по конкурсу не прошел. Взял перерыв в год и уже следующий год поехал, опять сдал экзамены, смотрю в список, думаю, неужели меня нету? И где-то в конце списка все-таки я свою фамилию нашел. Но вот когда начали учиться, вот по завершению учебы, я на курсе был по успеваемости все-таки был вторым. И вот за все время учебы я вот второй раз ходил на зачет криминологию к Сидорову Борису Васильевичу, а так у меня не было такого, чтобы я вот один раз, там, второй раз, третий раз ходил там пересдавать, такого не было. То есть четвертого раза все-таки этот опыт остался? Да, все-таки вот, да. И вот, когда уже закончил учебу в университете, там как было, вот кто вот в прокуратуру, кто в суд, кто еще куда-то. Но я уже к тому времени уже был молодым секретарем парткома строительно-монтажного треста. И вот вроде бы как и работа есть, и... Партийная деятельность, да, и оплата неплохая. Но все равно вот хотелось на работу по юридической специальности. Ты говоришь, такой вопрос, помимо вот политического института, да, вот вы говорите, что в обкоме работали, какие инструменты, институты были в советские годы, да, то есть как молодежь могла проявить себя, кружки какие-то, может быть, студенческие советы, как это все работало и было ли это вообще? Ну, поскольку все-таки я учился в заочной форме обучения, но я все время завидовал студентам
дневникам, что им столько возможностей предоставлено. Библиотека, пожалуйста, доступ. Студенческое объединение. Вы вместе общаетесь. Ну, у вас такая интересная жизнь должна быть. И не теряйте ни дня. Впитывайте в себя вот знания, которые вам дают. Тогда у нас был комсомол. Жили интересной жизнью. Но я вот тогда жил в городе Нижнекамске, и мы вот были прикреплены на учете в Набережных Челнах. Мы всегда вот участвовали в тех мероприятиях. Это были всесоюзные комсомольские стройки, что Нижнекамск, что Набережные Челны. Старались в общественном мероприятии принимать самое активное участие. Я вот думаю, что вот и сегодня вам предоставлена возможность студенческие кружки, научные кружки студенческие. Вообще студенчество должно жить интересно, чтобы у вас была жизнь общественная, богатая. Что называется, полным ключом. Полный, да. Интересно. Я думаю, что ребята уже, вот проявив себя и в деятельности Совета молодых юристов, уже впитывают и видят, как они себя могут реализовать. Но вместе с тем, Валентин Борисович, такой вопрос. Помните ли вы свое первое место работы, уже получив профессию юриста? Как это было и какие бы интересные моменты были? Нет. Первая работа, я как продолжал... секретарем партийной организации парткома, потом стал заместителем секретаря парткома объединения, как бы она вот где-то была, ну, близко к этому. А вообще, конечно, каждый помнит свое первое место работы. Я вот начинал работу слесарем Нижнекамск-Нефтехим, объединение Нижнекамск-Нефтехим. Вот, служил в армии, после службы работал монтажником, высотником. Вот. Работали наверху 48 метров, а то и выше. Но были молодые. Горячие. Да, и было нам это интересно. Ну, то есть, вот интересно, да, подвожу такой небольшой итог, что раньше все-таки... люди, прежде чем поступить на юридические факультеты, они все-таки проходили вот путь и рабочих специальностей, да, то есть уже в зрелом таком возрасте, вот посмотрел биографию многих-многих деятелей науки, образования и органов государственной власти, все все-таки проходили такую трудовую часть своей деятельности. Тим Борисович, давайте представим, что вот на сегодняшний день вы студент юридического факультета. Какие, может быть, советы можете дать молодым ребятам? И что бы вы вообще делали? Как вы себя проявляли? В каких организациях принимали участие? Ну, само собой, разумеется, участвовал бы в деятельности Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. У нас в Татарстанском региональном отделении многое, то, что сегодня... делается в России, начиналось у нас. В частности, могу сказать, что это выездные приемы населения в сельских поселениях, формировались целые бригады, выезжали и оказывали бесплатную юридическую помощь. Сегодня, когда, к сожалению, с населенных пунктов сельских, населенных пунктов автобусных маршрутов уже нет. Надеется каждый, что думает, что у каждого личная машина. И не каждая бабушка, дедушка или пожилые люди могут добраться до районного центра, получить квалифицированную помощь. А вот такая помощь, организуемая выездными бригадами, которые формируют региональное отделение Ассоциации юристов России, и выезжает в сельские поселения,
Это очень большое дело, полезное. У нас вот рекорд был, за один день мы приняли 91 человек. Ну, это имеется в виду, у нас наша группа состояла обычно из 19-20 человек из разных направлений. И с нами мы привлекали к работе и студентов юридических вузов, ну, университета и из других вузов, которые приобщались к этому хорошему делу. И вообще, в общественной работе формируется это будущий юрист, в том числе. Юрист должен обладать широкими познаниями, он должен вести беседу, да и вообще он должен хорошим быть оратором. Вот, поскольку у нас судебное производство состязательное, адвокат, если он пару слов не может связать, это какой адвокат? Только в общественной, активной общественной работе, деятельности, и участие на семинарах, это вот на семинарах, в частности, уже определяется, кто есть кто. Если он это активно участвует, выступает, сразу видно, что он студент, готовится. А хорошая учеба, отличная учеба – залог успеха. Я согласен с вами полностью, Валентин, тем более даже когда, будучи я студентом, мы также на семинарских занятиях часто выступали. Все те, кто были активными, они уже до конца пятого курса всегда проявляли себя. Ну и на сегодняшний день многие из них успешно реализовываются, реализуют проекты себя в карьере. Вместе с тем хочу напомнить также коллегам, нашим молодым юристам, что есть такой проект, как «Школа права». Он как раз-таки также зародился в далеком 2011 году, когда мы, будучи студентами юридического факультета, выезжали в сельские поселения, общеобразовательные организации Республики Татарстан, проводили занятия с учащимися на различную тематику. Я думаю, что как раз-таки этот проект, он уже более 12 лет у нас работает, помогает студентам посмотреть на свои слабые стороны, сильные стороны, да, апробировать свои знания на практике. Ну и, как вы уже сказали, публичные выступления, которые нужны каждому юристу. Ну, если ты хочешь быть юристом, а не поменять сферу деятельности. Спасибо, Валентин Борисович. Вопрос еще. Вот, что является мотиватором, ну, вообще занятия общественной деятельностью? Что может побудить? Понятно, что у всех есть разные причины. Вот у вас что было таким мотивационным моментом? Ну, я, наверное, скажу, что вообще участие в общественной деятельности – это мотивация. Ну, быть полезным, в первую очередь. Общественная работа ведь можно ведь заниматься всякой. Вот то же самое вот волонтерство сегодня очень развито. Это тоже такая полезная вещь. Вообще, человек неравнодушный, он должен участвовать в общественной жизни. Сегодня нет комсомола, там, пионеры, может быть, уже это и не нужно сегодня. А вот во всех организациях, объединениях молодежных, которые вам по душе, которые вам интересны, надо участвовать. Да, ну вот сейчас как раз-таки возрождаются новые институты. Это движение первых, насколько мне известно, на федеральном уровне. Ну и кроме того, я бы хотел, наверное, спросить такой вопрос. Валентин Борисович, вы являетесь также председателем экспертного совета при Комитете по законности и правопорядку Государственного совета Республики Татарстан. Для вас эта тема не, скажем, не чужая, близкая, потому как я знаю, что вы долгие годы работали в качестве народного депутата. Вот расскажите об этом опыте вашей деятельности. Ну, я вот был депутатом Государственного совета первого созыва. Самый первый, то есть это в 90-е годы. 90-95 год. Был, ну, являлся председателем комитета Государственного совета по вопросам государственного строительства, местному самоуправлению
и тогда еще было и внешних связей. Тогда вы еще избирались по округам, правильно? Да, конечно, да. То есть тогда. По одномандатным округам это было. Ну, и тогда это было как бы сам процесс выборов был интересен. До этого я был председателем окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. И это 12 декабря 1993 года, когда принимали Конституцию Российской Федерации. Тогда тоже вот сами выборы проходили интересно. Много, как многопартийность тут навалилась. Столько было партий. Что тяжело было выбрать. Ну, было и интересно. И народу, конечно, да, было интересно. И явка была большая. Уже вот выборы 95-го года, первый состав Государственного Совета Республики, тоже так же проходили бурно, ну, как всегда. Ну, работа была. Тогда мы принимали очень много законов. Какой самый интересный закон был? Ну, я бы сказал о поддержке. Я вот считаю, вот самый такой полезный, это был, на мой взгляд, ну, я не считаю, что там изменение Конституции и прочее, который был о поддержке программы поддержки молодых семей в Республике Татарстан. По этой программе выделялись определенные суммы финансирования, и многим молодым семьям это помогло. Ну а как председатель экспертного совета комитета, при комитете Госсовета по законности и правопорядку, мы вот за 2022 год провели 9 заседаний экспертного совета, которые проводятся до заседания комитета Госсовета. Предварительно, как бы вот эксперты смотрят. У нас в членах экспертного совета и представители университета, и конкретных ведомств правовых. Специалисты у нас, я считаю, достаточно высокого класса, дают конкретные замечания, изменения в предлагаемые законопроекты, постановления Госсовета, программы, которые принимает республика. Очень интересно, плотно проходит у нас заседание. То есть каждый из будущих специалистов может стать экспертом и принимать участие подобного рода, ну, тоже, скажем, общественной деятельности. Ну, я знаю, что мы предварительно тоже направляем и Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России, законопроекты тоже там смотрят. Я знаю, что привлекают и молодых юристов к этой работе. Все это у нас аккумулируется, как бы это все это очень полезно. Тим Борисович, вот такой вопрос в качестве вот депутата. Что самое интересное было в депутатской деятельности? Потому что многие, я знаю, вот на государственной правовой специализации, может быть, себя видят будущими депутатами, может, какие-то советы тоже можете дать? Ну, это то, что молодежь хочет в будущем и стать и депутатами, и занимать другие высоты, это очень хорошо. Чтобы депутатом стать... Ну, не обязательно госсоветом, может быть, и местным самоуправлением. Надо быть всегда активным. Во-первых, этого хотеть. Нет высот, которые невозможно достичь молодежи. Да, спасибо. Ну, вот я тоже поделюсь небольшим опытом. В свое время я тоже более 2 лет был депутатом сельского поселения.
работа достаточно очень интересная, поэтому советую многим нашим телезрителям, участникам сегодняшней встречи посмотреть все-таки тот район, может быть, тот округ, где вы выросли, где вы росли, и чем вы можете быть полезным, и что вы можете сделать для того, чтобы улучшить качество жизни в той или иной территории, откуда вы можете, собственно говоря, избираться. Это не обязательно может быть всегда там, политическая партия, вы можете избираться как самовыдвиженцем, поэтому все в ваших руках. Ну, я все-таки хотел бы добавить, что вот мой опыт работы депутатом, да и вообще работа депутата, все-таки я вот тогда придерживался того мнения, что работа депутата должна быть как профессиональная. На постоянной основе. Да, да, на постоянной основе. И сейчас я убежден, что так все-таки должно быть. Потому что... Не по остаточному один... принципу, наверное, да? Я, например, вот и в те времена был против, когда считал, что должны быть колхозники, доярки, трактористы и прочие рабочие, и все такое вот. Этого не должно быть все-таки, я думаю. И женщины должны быть, и мужчины по профессиональной подготовке. Вот депутатом быть, просто хорошим человеком быть мало. Надо, чтобы был, обладал знаниями законотворчества. Вообще-то функция Государственного совета это как раз принятие, разработка законов. Ну, разумеется, есть субъекты законодательной инициативы, это и правительство, каждый депутат. Но все равно, по моему мнению, все-таки должны писать законы юристы. То есть заниматься профессиональной деятельностью на постоянной основе, да. И получать за это, собственно говоря, вознаграждение. Тим Борисович, вот в вашей биографии я также увидел строчку, точнее даже знаю ее, что вы также были заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Расскажите, пожалуйста, насколько мне известно, более ранние годы вы также работали в органах соцзащиты. Что вот вас побудило? Что такого, что именно вам понравилась эта работа? Как вообще пришли к этому? Ну, в 1991 году я перешел на работу, вернее, меня уговорили, чтобы я занял должность начальника управления социальной защиты и пенсионного обеспечения. Тогда это две структуры в одном были. Да, 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 Нижнекамске. Ну и вот когда вот в 95-м году вот избрался депутатом Государственного совета, и после окончания срока полномочий встал вопрос, куда же мне идти. И мне тогда премьер-министр республики Рустам Нургалиевич Миниханов, когда я у него был, он... Спросил, ты, говорит, по образованию юрист. Ну вот, куда бы вот ты, вот твое желание, куда бы ты хотел? Я говорю, я перед избранием депутатом работал в социальной защите. Ну вот так вот я с 13 января 2000 года меня назначили заместителем министра социальной защиты Республики Татарстан. Тогда так было. И когда я шел в министерство, я думал, про себя думал, эх, как бы мне не попалось направление дома-интернаты. Я вот прихожу, и министр Клавдия Николаевна Новикова. Тогда еще было, да? По распределению говорит, вот твое направление будет пенсионные, и тогда-то как раз Министерство социальной защиты, это потом образовалось, пенсионный фонд. Выделилось как-то. Да, будешь говорить вот это, и учреждение.
Это дома-интернаты для престарелых инвалидов, психинтернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых, реабилитационные центры, приюты. Вот так. То есть ты не занимался этими вопросами, и ты, наверное, не хотел, да, Валентин Борисович, чтобы... Ну, я в душе думал, но попал, и вот, конечно, сразу вот окунулся в работу, интересная работа была. И при мне вот так получилось, была программа Пенсионного фонда по ремонту, капитальному ремонту, строительству учреждений социальной защиты, выделялись деньги. И вот Руслан Нургалиевич, у нас, мы тогда заместители министров, мы не вылезали из Москвы, нас говорил, не сидите здесь, езжайте, входите в различные программы, мы со своими бумагами, мы вот просто ездили, неделями бывали там. И вот на учреждение вот нам удалось тогда все учреждения вот отремонтировать капитально. И когда в других субъектах бывали и пожары, потому что из-за ветхости, мы здесь, у нас в республике, все дома-интернаты, учреждения социального защиты мы смогли отремонтировать, капитальный ремонт, где-то многое новое, и они у нас сегодня в очень достойном состоянии. Тимош, то есть напрашивается вывод, что не нужно бояться, нужно как раз-таки идти там, где сложно, там, где непросто. Это один из таких советов. Конечно. Ребят, традиционные вот вопросы бывают эксперта. Может быть, будут вопросы либо сейчас, либо в конце нашей встречи. Есть вопросы? Да. Да, прошу. Если кратко, то вопрос такой. Обучались ли вы управлению, менеджменту? Управление людьми, персоналом. Ну, второе образование у меня. Академия государственной службы при президенте Российской Федерации, где я получил специальность менеджер, хотя я его, честно сказать, до сих пор не понимаю. Как дисциплину, что, имеете в виду? Как дисциплину, что значит менеджер? Вообще, я вам скажу, профессии или какой-то должности человек подходит постепенно. Особенно в наше время было, не было такого, чтобы заведующий лабораторией мог стать президентом республики. Как было в 90-х годах в одной из наших соседних республик. Такого было невозможно представить. Было постепенный как бы рост профессиональный. Моя работа, которой я прошел школу, с 19 лет я был секретарем комсомольской организации, потом секретарем партийной организации, секретарем парткома, начальником управления, председателем комитета Госсовета. Оно уже мне дало возможность, я считаю, занять должность заместителя министра. И сегодня, тогда ведь не было такого. Вот сегодня вот иногда ведь смотрит чуть ли не по наследству. Но никакого опыта нет. 23 года он уже, ну, на худой конец заместитель генерального директора. Ну, потому что так хозяин бывает этого предприятия, его отец там или как. Все равно. Ну, и даже в этом случае для сегодняшней молодежи есть
возможность занимать высокие должности. Я еще раз говорю, участвуйте активно в общественной жизни. Вот воспитанник, могу сказать, нашего университета и в том числе нашей региональной организации Александров Станислав Витальевич. Он сегодня руководитель аппарата Российского фонда прямых инвестиций. Такую должность он занимает. Он прошел путь руководителя аппарата Ассоциации юристов России. Или также выпускник университета Гирфанов Ильнар Исрафилович. Он сегодня занимает должность заместителя руководителя управления кадров Единой России. Это если по иерархии, как было тогда, это заместитель заведующего отделом ЦК КПСС. Так, вот по такой уровень. Или вот тоже наш вот коллега, он тоже выпускник университета. Сегодня он председатель исполкома регионального отделения Ассоциации юристов России. Спасибо. Так что возможности всегда есть. И в армии служите. Да. Валентин Борисович, я хочу, наверное, дополнить. Мы тут говорим не сколько о теории, а сколько о практике. Да? Не зря говорят, есть поговорка: плох тот врач, который не лечит, да? Плох тот юрист, который там, не решает какие-то юридические вопросы. Также и в менеджменте, да, ну, такое слово управленец. Ты не можешь быть управленцем, пока у тебя не было практики и опыта управления людьми. И вот, в частности, молодежное движение, вообще общественная деятельность позволяет набрать вот этот опыт менеджмента, управления. То есть вы управляете какими-то процессами. То же самое волонтерское движение, да, в свое время была универсиада в Казани, да. Я знаю, вот мои сокурсники, они управляли целыми группами, 50-150 человек, да, то есть координировали их работу, их деятельность. Вот реальный менеджмент, вот реальный навык, который там не научит вас ни в вузах, там, да, это реально жизненный опыт. Ну и возвращаясь на вопрос, вы сказали про службу в армии, Валентин Борисович, как вы считаете, на сегодняшний день нужно вначале там школу закончить, пойти там в армию, или же все-таки университет завершить? Ну как? Ну перед этим я бы хотел сказать, что сегодня есть возможность участия именно вот студентов в избирательной кампании как наблюдатели. Вот прошлые выборы привлекались, по-моему, более 3000 наблюдателей у нас в республике, и студенты-юристы приняли самое активное участие. И вот, говоря об армии, в наше время каждый мужчина вот считал, что каждый мужчина должен отслужить в армии. Если ты в армию не пошел, нам все время говорили, что мы, девушки на вас не будут смотреть. И вот я вот служил, конечно, давно, призвался в 1968 году и попал, у нас был первый призыв, кто призывался в армию на 2 года. До этого было 3 года. И они призывались в 19 лет. Мы призывались 18-летние, и у нас разница с нами и теми, кто вот уже старослужащий, было 4 года. Это были по-современному настоящие деды. Но у нас никакой дедовщины тогда не было. Была дисциплина, там, где дисциплина, никогда никакой дедовщины не бывает. И все-таки вот, будучи членом экзаменационной комиссии по выборам, по конкурсу будущих судей Верховного суда, при Верховном суде. Я вот 3 года участвовал как член экзаменационной комиссии в приеме экзаменов. Ну, могу сказать, что первый вопрос – это
мужчинам. В армии служил. И могу смело сказать, что большинство, то пока, вот это вот поколение, нет, не служил. Это, я считаю, это неправильно. Каждый мужчина должен в армии отслужить. Это я вот в армии, армию вспоминаю как самый светлый период жизни. Это было, во-первых, были молодые, интересно было. Ездили. Было трудно. Но зато я вот объездил всю Украину. Я служил на Украине тогда. И вот сегодня просто реально я вам говорю, что если здоровье позволяет, если нет, не служил, не отслужил в армии, скажем так, путь во многие профессии пройти будет сложно. Валентин Борисович, спасибо. Еще такой вот вопрос. Также знаем, что вы являлись представителем комиссии в Общественной палате Республики Татарстан. Вот расскажите, пожалуйста, об этом опыте, да, и, может быть, молодому поколению будет интересно, в том числе в будущем, выступить в качестве экспертов Общественной палаты, юристы, в частности. Чем вообще занимается Общественная палата, в двух-трех словах, может быть? Я в Общественной палате Республики Татарстан был срок, три срока полномочий. Два срока из них был председателем комиссии по вопросам развития гражданского общества и развитию общественных советов. Это вот общественный, состав Общественной палаты, он вообще формируется из представителей всех слоев населения республики. Там и молодые есть, и с жизненным опытом, и разных представителей разных профессий, и различные там у нас комиссии. Мы, в частности, занимались очень плотно развитием деятельности общественных советов. Сегодня в каждом министерстве, ведомстве, муниципальных образованиях есть общественные советы. Кстати, я являюсь также членом Общественного совета Управления Федеральной налоговой службы в Республике Татарстан и Управления ЗАГС при Кабинете министров Республики. Мы там обсуждаем различные вопросы, также обсуждаем законопроекты, которые приходят по направлениям, например, по налоговой сфере. Ну, ЗАГС – это проблемы демографии. Вообще деятельность формируется очень интересно. И Общественная палата – это тоже такой орган, который рассматривает разные стороны жизни общества. По каждой комиссии по своим направлениям и молодежи туда также путь открыт, туда делегируют общественные организации, в том числе и молодежные. Так что я призываю вас также принимать активное участие. Тим Борисович, ну, традиционный вопрос в завершении сегодняшней нашей встречи. Какие советы можете дать нашему молодому поколению с учетом того багажа, знаний, опыта в различных сферах деятельности? Какие советы можно дать нашим коллегам? Ну, я, наверное, скажу банально. Надо учиться. Как говорил классик, учиться, учиться и учиться. И кроме того, не пропускайте занятия. Это так интересно. Я вот с такой теплотой вспоминаю тех, кто нас учил
Фаткуллина Фидея Нургалиевича, который по его книге может вы учитесь тоже «Проблемы теории государства и права», «Зеленые две книжки». Алексеева, это Сергей Сергеевич Алексеев, у него была красная книга, а это были две книги зеленые. Курдюкова Ильнара. Геннадия Иринарховича. Решетова Юрия Сергеевича. Теперешних это Лев Дмитриевича Чулюкова. Потом Евгения Батырыча Султанова. Всех вспомнили, Валентин Ильич. Ну, я имею в виду, конечно, я не всех вспомнил. Железнов Борис Леонидович. Он. Очень тепло вспоминаю, хотя он даже был моложе меня, Лев Дмитриевича Чулюкина. Да. Он всегда, он был молодой, разумеется, хотя мы были старше заочники. Он всегда врывался легкой походкой, без всякой бумаги, и лекцию читал, мы заслушивались. И еще была Розалина Шагиева. К сожалению, она не у нас в университете сейчас. Она профессор Ульяновского государственного университета. Вообще, вот они нам вот давали вот столько знаний и жизненных, и по специальности. Мы вот, может быть, в отличие от студентов, мы уже все-таки уже дневников, мы же все-таки уже были, сами были руководителями. Может, поэтому еще. Но это нам было интересно. А предмет истории государства и права социалистических и развивающихся государств, это было вообще нечто. Мы лекции слушали как песню. Вообще было учиться интересно. Мы приезжали сюда. И вот я не помню, чтобы какое-то занятие мы пропускали. Вот даже вот криминологию на зачет, мы даже вот уже нас ходили мы на зачет судебная медицинская экспертиза. Ну, вы знаете, что это такое. Нас принимали, ну, уже и практика у нас была. После уже в старших классах, в старших курсах проходили практику в суде, в прокуратуре. Наверное, и сегодня это же практикуется. Тоже вы уже там, уже себе выберете, что вам по душе, кому-то вот следствие. У меня два сына, они закончили, один закончил университет, юридический факультет. Он сегодня руководитель правового департамента в одном из финансовых организаций, младший это. Старший, он долгое время проработал в Следственном комитете, в Следственном управлении в Санкт-Петербурге. Он сегодня, он у меня адвокат Международной коллегии адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Все равно, как вы не хотите, вы вот станете профессиональными юристами. По вашим же стопам, на вашем примере, пойдут ваши дети. Какими вы будете юристами, все зависит. И будете ли вы востребованы, все зависит от вас. Все в ваших руках. Спасибо, Валентин Борисович, за столь интересный рассказ, за откровенные ответы на вопросы.
Ну, на этом мы завершаем. Я напомню, сегодня у нас в гостях был Поймухин Валентин Борисович, член Совета Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Спасибо, Валентин Борисович. Спасибо.